Всем здравствуйте! Знаменитые гости скандальной вечеринки, которым объявили тотальный бойкот, стали активно проявлять свою гражданскую позицию. Сегодня народный художник России Никос Сафронов рассказал, что, по его мнению, нужно сделать артистам, чтобы их простили за неуместное веселье в клубе «Мутабор». Любой человек, который хочет покаяться, в первую очередь, должен внутренне ощущать себя готовым к этому и не на публику рвать на себе волосы, а искренне осознавать свою ошибку, заявил Никос. Да, Киркоров и Лолита перечислили гонорары людям, пострадавшим в Белгороде. Это хороший жест, достойный. Но одного благородного поступка недостаточно. Я считаю, что нужно всегда осознавать собственную причастность к истории своей страны, а не только в те моменты, когда проштрафился, заверил художник. Если у них есть внутренняя готовность всегда и во все времена быть со своим народом, то это похвально. А то многие так называемые звезды в последнее время часто говорят о любви к своему народу и стране, но особо никак не проявляют эту свою любовь. Ведь раньше все известные люди занимались благотворительностью постоянно, а не только в качестве показательной акции. И всем нашим звездам стоило бы задуматься об этом. Сафронов считает, что для прощения опальным знаменитостям стоит обратиться к людям, которые своей любовью и деньгами сделали их богатыми звездами. «Важно давать благотворительные концерты, активно помогать нуждающимся», отмечает живописец. Когда они покажут, что им не безразлична судьба народа, к ним вновь смогут повернуться все. Но для этого должно пройти время, как минимум полгода. Вот только на данном отрезке времени уже бывшие поклонники и слышать не хотят о возвращении Киркорова и Лолиты на экраны страны. Многие считают, что таких людей уже ничего не исправит. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!